Сегодня, 12 октября, в Горно-Алтайске открылся городской музей учителя. На открытии необычного для нашего города культурного заведения побывала и наша съемочная группа. Городской историко-краеведческий музей учителя открылся сегодня, 12 октября, в Горно-Алтайске. На открытии музея присутствовали председатель городского совета депутатов Юрий Нечаев, заместитель главы администрации города Станислав Тюхтенев, министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Валентина Тюхтенева, а также ветераны педагогического труда. Инициатива создания музея учителя принадлежит городской профсоюзной организации образовательных учреждений. Она получила грантовую поддержку Республиканского министерства труда и соцразвития и помощь администрации Горно-Алтайска, которая выделила для этого помещение. Выступая на открытии, спикер горсовета Юрий Нечаев отметил. Сегодня появляются новые стенды, мы видим новые фотографии. Это история нашего города. Это очень замечательно и прекрасно. Не зря сегодня было уже сказано, что это начинается с малой родины. А малая родина – это прежде всего семья, это школа, это сегодня город, республика, это Россия. В музее будут представлены материалы о первых учителях, школах, внесших наибольший вклад в развитие города Горно-Алтайска, Республики Алтай. Создание музея преследует цель сохранения ценности педагогического труда, накопленного в прошлом веке, и повышения престижа профессии учителя. Городской музей учителя расположился на цокольном этаже здания по проспекту Коммунистическому, 39. Своих гостей он будет рад видеть по будням с понедельника по среду с 9 до 11, в четверг и пятницу с 16 до 17:00 часов. Вход для всех желающих свободный.